Начнем с данных по коронавирусу. В Тюменской области скончались еще трое пациентов с COVID-19. Это женщины старше 65 лет. У всех были хронические заболевания. За сутки в регионе 163 новых случая. За весь период 20 911 заболевших. Еще 156 человек выписаны из больниц. В России за сутки чуть более 26,5 тысяч положительных тестов. Примерно столько же выздоровели.